24 августа, Риолинда, Калифорния. Это наша деревца Смит. Красивейшая, компактная. Собираем основной урожай. Хочу показать вам, насколько она урожайна. Каламбур, да, урожай урожайна. Вот, смотрите. Вот так они выглядят, полностью поспевшими. Зеленовато, бурая, ну, по-французу называют такой цвет grease, grey. Конечно, это не серый. Вот так вот выглядит. Вот такая мякоть, очень нежная, кожурочка тонкая, очень вкусный сорт. Ну, наряду с Black Madeira его считают лучшим мировым сортом по вкусовым качествам. Сорт Смит. Вот такая красота. Мы его, этот сорт конкретно не продаем, я имею в виду плоды. Сейчас у меня сбор идет на продажу. Но все редкие сорта и лучшие сорта, которые как бы самые востребованные, ну, вот видите, он как выглядит, то мы как бы употребляем сами. И максимум, что делаем, это делимся с друзьями еще. Вот такая красота.